Здравствуйте, рады мои. Кто мне не рад, тоже здравствуйте. В этом видео я хочу рассказать вам две вещи. Почему Иисус Христос назвал своего первого ученика камнем? И почему Иисус Христос выбрал себе ученики рыбаков? Но первое начал с рыбаков, начнем. Рыбаки – это такая организация, которая объединена с охотниками, даже в нашей стране. И вот с чем они занимаются? Вот представьте картину Репина. Рыбаки, Израиль, черпают неводом рыбу, вытаскивают, может, с лодки черпают, не столь важно. И тут начинают же тут же разделывать, продавать ее, кишки выпускать, голову в сторону, хвосты туда, чешую влево, блин, такой смрад, все такие в костях, в чешуе, блин, такие, рукава засучены, жара, блин, такие, все. Подходит Иисус, такой, посмотрел на это все такое, на них, и говорит, все, мужики, пойдемте со мной, теперь людей ловить будете. А те так, пойдем, пошли. Потому он и выбрал рыбаков. Второе. Рыбу-то убивают рыбаки. Второе, почему он назвал первого ученика камнем? Ну, подходит и говорит, камнем будешь. Тут все, базара нет, камень. Городяк, я тебе камень. Что за камень, блин? Ну, нам-то Кифа там, Петр. А камень-то что такое? Почему камень-то? Ну давайте смотреть, что мы ищем. Камни в Библии давайте искать. В Коране. В Коране камни будем искать. Все. Где там камни-то? Ну, в Коране не совсем камни, там обожженная глина. Короче, побить человека конь, греховодника, побить камнями. Камень вроде. Потом у Ленина еще было такое. Ну что же, никто же ничего не придумал новое. Все так, все с Библии. Ленину, допустим, все цитаты вот библейские. Кто не с нами, тот против нас. И вот он, оружие пролетариата, камень. И вот еще такое в Библии, тут же рядышком, в Евангелии, рядом с этим вот моментом, когда он рыбаков-то брал, есть такая фраза. Камень, который отвергли строители, ну, который не кирпич, такой, поставили во главу угла, значит, рядышком. И кто над камень упадет, погибнет. И на кого камень упадет, тоже погибнет. Получается, камень это что такое смертельное? Это оружие. Оружие. Так вот, первый ученик Иисуса Христа был телохранителем. Он говорит, ты будешь моим телохранителем. Доказательство, когда Иисуса Христа арестовывали, откуда у Петра оказался меч. Нам же Иисус не ходит в балахонах. Таким босиком. Так вот этим мечом он отрубил охраннику этому солдату ухо отрезал. Петр, завязывай, все, типа, Иисус Христос, завязывай, Петр, все. Понимаете? Вот и все, что я хотел сегодня сказать в этом видео. До свидания, родные. Подписывайтесь. В следующий раз что-то веселое расскажу. Если видео понравилось, ставьте лайки. До свидания, родные.